Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Смерть Ахава. Один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лад. И сказал он своему «Вознице, повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириан. И вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца: каждый иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.